Ох, что, возвращаемся в итоге? Не дали нам команды более-менее передохнуть. Решили очень-очень быстро начать игру третью. И, собственно, это у нас третья и последняя решающая карта на сегодняшний день. Кей-1 против Катенран. Первую карту забрала Кей-1, вторую карту забирает Катенран. И с вами до сих пор комментирует Чизбургер Эдди и Мэтт Дог, который, судя по всему, ненадолго отошел. Фух. Продолжаем смотреть. Драфты команды уже на экране. Queen of Pain и Герокоптер от Кей-1. И Дизраптор, Шейкер и Джиггернаут от Катенран. Снова Джиггернаута решили забирать себе ребята. Видимо, неплохо у них получилось. И стараются они снова через него сыграть. Если они будут играть, в принципе, через такого же Джиггернаута, то может быть неплохо. Хотя с этой стороны уже котла нету. И поэтому не получится постоянно играть через крутилочку, постоянно наносить какой-то ауе урон. Ну, посмотрим, как сейчас будет этот парень играть. Спиртбрейкер себе третьим пиком забирает команда Кей-1. Будет агрессивная очень игра от исполнения команды Кей-1. Queen of Pain уже у нас есть, плюс Спиртбрейкер. Тут не хватает опять какого-нибудь очередного Найкс. Но, скорее всего, тут уже не будет, потому что керри уже есть. Вайпера себе забирают на четвертый пик команды Катенран. Очень здорово. И Queen of Pain на миду будет не очень приятно. Хотя, с другой стороны, она сможет дожить полевок, по сути, Вайпера. И будет чувствовать себя тоже вполне-вполне достойно. Зевс залетает от команды Кей-1. Судя по всему, не знаю, на роль саппорта. Или это Братрум пойдет на роль саппорта. Не ясно пока что, что команды хотят. Но пикают они очень быстро. Я даже не успеваю, на самом деле, откомментировать баны. А он в банах у нас. От Кей-1 Висплей Шрак и Феникс Фантом Лансер. А у Катенран Зомби Дазл, Бристл Бэк и Виверна. Вот так вот залетает тоже у нас в бан. Интересные баны, на самом деле. Немножечко они отличаются от тех банов, которые мы уже привыкли за сегодняшний день видеть. Особенно Виверна. Непонятно, почему она сюда залетела. Может, просто команды Катенран не хотят Виверну. В принципе, в исполнении от Кей-1 была бы неплоха, потому что была Queen of Pain, Герокоптер, и вот этот весь ауе прокаст был бы очень не кстати. И в итоге Абадона банит команда Катенран. Хотя, в принципе, сейчас играли они против него очень неплохо, но Абадон реально будет очень сильно портить погоду, потому что, в принципе, он сможет сейчас Poison Sting снимать Вайпера, станы Шейкера, Гримпси Дизраптора, кучу-кучу всего. Так, извиняюсь за задержку, я тут. Да, ты там это пока можешь ознакомиться со всей этой историей. Да я видел, что у меня тут просто неполадки со вторым монитором были. А, ну бывает, бывает. Все в порядке, подчинился. Это хорошо. Ну что ж, тут у нас остается, по сути, последние два пика. Катенран не хватает. Ну, хардлейнеры, получается, а команде Кей-1 не хватает, пока не знаю что, но, скорее всего, это саппорт, потому что саппортов пока у них ну очень, да, очень саппортов мало. Как-то пока вообще нету. Да, Баратрун нужен саппорт, наверное. Ну, тут не знаю, либо Зевс, а может, Queen of Pain, мы знаем все вариации вот этих вот саппортов. Ну, не, ну тут на самом деле Гиро может быть саппортом, может быть, не знаю, ну, как-то интересно получается. Ну, да. Пока не понятно, что Кей-1 хотят. О, ну Катенран понятно, что хотят, они берут Темплар Ассасин, вот так вот. Ну да, она будет соло мид, мне кажется, скорее всего. Ну, против Queen of Pain, скорее всего. И Джакира забирает себе команда Кей-1. Вот проблема сейчас команды Кей-1 в том, что она имеет единственный стан на команду, это Джакира и Аспаф ее. Угу, и то это такой себе стан, на самом деле. Да, там буквально 1-1,5 секунды, это не так много. Ну, посмотрим, может, у них какая-то старта есть, и я не думаю, что ребята просто так вот это все напикали, потому что, не знаю, они захотели это напикать по-любому. Что ж, команда Катенран у нас на стороне Radiant, Lights будет отыгрывать в этот раз на Шейкере, Берсерк будет отыгрывать на Джиггернауте снова, Агузок будет стоять на Лаоная, Токсит будет играть на Дизрапторе, и Швенилиниум будет играть за Вайпера. Команда К1 играет за сторону Дайр, Уху играет на Зевсе, Бум играет на Джакира, Пэджоу играет на
гирокоптере. Имперер играет на Queen of Pain и смешной знает как надо, играет на Баратруме. Что, решила сразу команда Кеддин прочекать Рошана, судя по всему? А вдруг что? Ну да, но тут не очень удобный заход от, ну, вот с этой, с, господи, с Рейдин стороны. Да, согласен, потому что, ну, дольше идти, просто дольше идти. Да, и на этом все сказано. Ну и, в принципе, пик не особо располагает. Да, и герои тут как бы, да, особо неким. Не, ну хотя, конечно, вард всегда решает Бризабри Рошан, но тут уже даже крутилка вкачана, так что... Да, здесь по-любому уже ребята настроились на, может быть, даже драку. А что у нас получается, триплав сложный будет? Джиггернаут, Шейкер и... Ну вообще, кстати, вполне. Да, только там стоит, будет стоять гирокоптер. Ну, гирокоптер будет явно леща получать, если сейчас к нему саппорты не подтянутся. А они там очень и очень нужны. А будет 2-1-2 в исполнении команды K1. Кстати, очень неплохая дабла будет у них. Снизу Queen of Pain и Spirit Breaker. Там будет очень тяжело стоять вайперу. Просто нереально. Здесь надо будет Toxic Xin, мне кажется, вкачивать на первом уровне. Потому что по-другому здесь ему будет выжить очень тяжело. Не буду давать ему вообще продохнуть. Мы смотрим, интересно, где у нас будет какие-нибудь агрессии. Кстати, такой опасный с Баратрумом. Интересный какой-то лайн. Да, я только что как раз это... Да-да-да, вот я еще раз... обсудил. Ну, говорю, вайперу нужно... Poison Skin качать, потому что будет ему очень неприятно здесь стоять. Ну да. Здесь будет пытаться... Ну, я думаю, что здесь... Да ладно, вард не увидели. Команда K1 вот этот вард не увидела. Да-да, я понял. Ну, как-то... Как-то странно пока. Да. Берсерк потихонечку начинает его... огнем гонять, да, тут его начинает гирокоптер. Бам, да, Liquid Fire, очень неприятная тема. Там тем временем небольшой отводик команда Катарана умудрилась сделать. А Шенелиниум, кстати, неплохо. Там у него вроде как сделал... А, нет, не делал разбег, просто Братун решил погонять его, но тут неплохо справляется вроде. Старается тоже сыграть... Не показаться слабым и сыграть агрессивно. Ну, кстати, что интересно, вайпер здесь двоих гонять может вообще. Да, если его не начнут раньше гонять, то он начнет их потом гонять. А его пока что-то не особо гоняет, команда K1. Да тут его на самом деле здорово. Тяжело его погонять, потому что вот он качает как раз коррозив скин. Ну да, есть у него нейротоксин еще, будет побольше урона вносить. Да, пока у нас особых движух нет. Ну да, там ничего не происходит, в общем-то, особо. Развлекаются такого. И там другие команды на всех лайнах. Кстати, Баратрум поехал на Шейкера. Что-то далековато он. Далековато, да, он собрался ехать. Там Зевс пошел. Здесь через мидл проедет он, его спалят здесь. Да. Совсем он что-то как-то нагло поехал и... Ну, отступает. Не прокатило. Он, наверное, пойдет все-таки к трипле. То есть он будет стараться помогать гирокоптеру, судя по всему. Потому что хотели они, видимо, с Queen of Pain стоять против как раз триплы. С Джиггернаутом, но получилось так, что они стояли против Вайпера, а Вайпер уже так-то почти четвертый уровень. По Крипстату, конечно, он немножечко встает, оно и понятно, но... Начинает, может, потихонечку харасить Queen of Pain, и ей очень неприятно. Ну да, ему вообще на халяве стоит, он здесь как бы расслабленно, ничего не боится. Ну да, на миду у нас, в принципе, тоже довольно все... Хотя нет, что тут говорить, довольно все равно, тут неплохо, в принципе, отыгрывает сейчас Ланая, Теплар Ассасин, да. Ну, в общем, оно и понятно, тут как бы Зевсу очень тяжело против такого. Так, смотри, залетает тут Баратрум, надо сделать колбасу. Колбаса какая, тайминговая, и Шейкер, ой, Баратрум не успел. Да. Тем временем Берсерка закрыли по таурам, Берсерк здесь, скорее всего, умрет, нужно вязать батлу. Сейчас вязать, First Blood в итоге зарабатывает. Даблкил сразу. О, это жесть. Как так получилось-то? Лол. И здесь еще Токсита сейчас подцепят, потому что, ну нет, у него ничего. АТП-шиться он не может, потому что маны ему не хватает. И это минус 3. На самом деле очень... Фиссура сейчас неплохая залетела, но Токсита, скорее всего, умрет. Да ладно, выживает, еще произойдет батлу. Ну блин. Баратрум, конечно, очень везучий. 4 или 5 ударов он сделал, так башню дал. Но он ему вначале не повезло, когда там Шейкер неплохо колбасу закинул. Так что... Опа, заходит на мид, походу. Не-не-не, едет дальше. Толкнул. А едет на Вайперу. Вайпер 5-й левел. Вайпер очень жирный уже.
Ой-ой, как сейчас здесь приедет Зевс. Да, Зевс здесь очень не кстати появился, но он убегает слишком быстро, и последняя тычечка должна Темпларка его, в принципе, давать. Да ладно, не может догнать. Даст, но... Да, все. Нет, ошибка, мне кажется. Это ошибка Темпларка, мне кажется. Там. Да. Ну вот Темпларка, слушай, вот она бежала за Зевсом, у Зевса было на 10 ему спида меньше, она не могла его догнать. Что за бред? Да, непонятно. Вольво. Ну ладно, Зевсу ну, повезло. 10 МС просто это настолько много. Знаешь, когда ты, блин, играешь против какого-нибудь чувака, который на 5 МС больше, чем у тебя, то, блин, кажется, что у него телепационные ботинки в то время, как ты, блин, играешь за релайку без ботинка. Ну да. Интересно, Вайпер, я думаю, себе будет Мёку выносить первым айтемом, в принципе, будет очень кстати. Ну вот тут уже Агузок на миду появился, у него 6 левел, начинает трапы раскидывать, чтобы в этот раз Зевс точно не ушел. Ну тут уже на самом деле есть и фазы, и если Зевс ошибется, то он умрет. Да, здесь Зевсу вообще ни в коем случае нельзя ошибаться. Выходит он на топ, пытается подганкать... А, нет, он просто вард решил поставить, временем бежит, спирбрекер неплохой, у нас залетает айспад. И улетает братом назад, в принципе. То есть как-то так. Токсида здесь, скорее всего, ну, могут поступить. Сейчас приедет, сейчас Зевс уже начинается. Это стандартная игра Ланая. Да, то есть она начинает просто соло убивать уже. Ну, в общем-то, Зевс очень такой халявный. Да, нечем, по сути, спить рефракшн, ну, то есть там только накидать молнии, но не более того. Вот так еще сейчас бару. У Мел, кстати, не сработал. Бара побежал на Вайпера. У Вайпера есть 6 уровень. Прокликивает его сейчас Зевс, понимает, нужно, говорит, нападать на него или что? Что там кликает-то? Но тут его уже не убить никак. У него уже 6 левел есть и... Тут он может сам на развороте еще кого-нибудь забрать при этом. Хотя здесь скоро у копы появится 6, и тогда уже попробовать Вайпера можно убить. Да, появилось у него 6, есть у него Sonic Wave. Драться можно. Против Вайпера это точно. Вайпер не то чтобы очень жирный, чтобы это все пережить. Потому что у него всего 750 хп. Конечно, с помощью коррозию скина там урон не так много в него войдет, но все равно будет очень-очень больно. И выжить будет крайне тяжело. На топе Берсерк потихонечку там старается что-то подфармливать. На самом деле имеет он третий крипстат. Очень неплохо, при том, что стоит на харде против двоих сейчас. Тем временем на миду опять выход на Зевса. Отличная фиссура. Здесь, скорее всего, прилетит. Пытается откинуться. Нет, не получается не откинуться. Но здесь, скорее всего, Агузок улетит. Да ладно, господи, воп. И здесь Братрум въезжает в Агузка. Агузку нужно бежать Мелт. Мелда нету. Нету Мелда. На КД. И это грусть. Но Queen of Pain сейчас очень грамотно дизраптор вернул назад. Просто идеально. С таймингом все получилось. До этого он не юзал Гримс. Сейчас, в общем, было кстати. Ну, Баратруму, конечно, уже было тяжело пытаться тоже откинуть куда-то назад. В итоге разменялись Зевса на Templar Assassin. Ну, конечно, Templar Assassin нужно немножко сдерживать свой пыл. Нужно ее немножко... присмирить, потому что слишком нагло начинает себя действовать, и Баратрум побежал на Вайпера. Постоянно бегает Баратрум, кстати, это вот правильная игра. Да, но он уже, в принципе, почти 5 левел, на 8 минуте это довольно неплохо. А Вайпер? У Вайпера... Что он себе... А, он себе медасик решил притарить, то есть вот так он решил сыграть. Вот что-то мы где-то видели уже это. Медасы, все дела. Опасная игра. Да, снова опасная игра от Катанаран, но здесь, не знаю, здесь на самом деле может сработать. Пока, в принципе, у них дела не так плохие, как были в первой игре. И даже не сказал, что они плохие, там, по крипстату реально команда Катанаран выиграла все лайны, как можно посмотреть. Ну, медасик уже появился у Вайпера, и это очень и очень круто для него. Будет он, наверное, сейчас еще купит себе танкил тапки. И стоять на лане он просто может бесконечно фармить. Берсерк дерется с гирокоптером. Гирокоптер очень неплохо его разминает тем временем. Ну, не хватает маны сейчас ему на Омни-Слэш. Понятное дело, что юзать его тоже смысла не имело, потому что там слишком много крипов. Хотя, в принципе, Джаггер может убить гирокоптера. Так, на шуне линиума идет разгон от Братрума.
пока этого не видит Швенилиниум. Может сейчас стрелять из-за этого. Очень агрессивно подходит. Соник Вейв, и Швенилиниум приезжает очень быстро. Даже... И подстраховочная ульта от Зевса была. Да, слушай, Баму, как там больно. Бам сейчас просто очень быстро отлетит. Пиджоу здесь тоже, кстати, может отлететь. Хотя Гуск, по-моему, очень слишком далеко пошел. Но он целый Пиджоу заберет. Тем временем, Братрум, блин, опять улетел. Боже, и тут Зевс все-таки добивает эту темпларочку. Не, конечно, Ланая получает очень много скиллов, и это чревато. Да, Ланая может очень быстро вывести себе шмот, и это на самом деле реально очень-очень неприятно. Даже все то, что она сдохла, она получила 34 с голды. Ну да. И у нее же скоро будет Яша, и ого-го, как это будет печально. Да. Ну вот... Стандартная бустерская вот эта сборка ланаевская. Пока ты идет. Посмотри по Нетворсу, там реально команда Катнаран не такая плохая. Не так плохо себя чувствует, потому что три топ-нетворсера это команда Катнаран. Да, плюс еще по графикам тоже там практически два косаря по XP. Ну, по XP все ровненько, благо. Благо для команды K1 все ровно. Queen of Pain надо потихонечку начинать роумить. Убивать вайпера это, конечно, все здорово, но нужно и других ребят напрягать. Особенно темпларку, которая будет постоянно... Ну да, темпларка-то на самом деле сейчас вот купит она... Что за рамку мне там пишет? А, лол, мезозавка стоит. Это вообще, конечно, красава. Это ты интересный. Да, это прикольно придумал. Ребята, там стрим, короче, шел 10 минут. Игра шла, все отлично. Кто смотрел рамку, тут молодец. Блин, ребята, извините, реально такая фигня вообще произошла. Видимо, из-за того, что так быстро ребята начали играть, я что-то не успел это среагировать. Переключить обратно. Спасибо, что подметили. Так, а Гузок? Но Гузок сейчас вот может стоять за свою наглость, потому что... О, очень вовремя шейкер. Подстраховочная фиссура. Фиссурка очень классная, да, залетела. И здесь сейчас могут обратно опять идти. Айспав, по сути, никуда. Джиггернал что-то решил покрутиться. А толку, зачем он сюда пришел, непонятно. А Гузок, есть у него рефракшн. Рефракшн еще два заряда есть. И не очень сейчас удачно закрыл шейкер. Могу попробовать отрезать Братрум и его убить. А Вайпер фармит внизу. Гирокоптер фармит наверху. То есть как-то игра у нас вот так вот сейчас идет. В таком довольно... Вот да. По сравнению с предыдущим игрой, довольно вяло сейчас идет. Ну да, постоянно какие-то были зарубы. А сейчас вот они как-то периодами. И довольно локальные. Да. Блин, срамка, конечно, вообще косяк. Ну ладно. Что-то я решил в этот раз, знаешь, не проверять типа стрим, думаю, нормально так. И что-то вообще забылся в мясо. Ну ладно, думаю, ребята меня поймут. 10 минут это не вся игра, благо. Пока самых важных моментов в игре еще не было. Будем списывать на то, что я просто лоханулся. Да. Слегонца. Кстати, вот Братрум, нет, не стал дальше бежать, понял, что там дело, ну, пожарено. Да, Берсерк сейчас завязал ультимейт на Бама, Бам в итоге выживает, потому что урона пока у Джиггернаута не хватает. Джиггернаут, кстати, опять подходит, будет входить мом, тем временем Братрум сейчас очень будет плотно получать. Нагуска залетела, у него есть рефракшн, и драться сейчас против него смысла не имеет. Очень больно опять Братруму. Братрум очень неприятно сейчас получает по голове. Отлично, очень неплохо. Сейчас два ультимейта залетело от команды K1. Но тем временем у Импера очень большие проблемы. Джиггернаут умирает, Шванилин тоже умирает. И здесь минус 4 в исполнении команды K1. Да. Бросили Агузка. Да, Агузок там остался один. Шейкер, по сути, уже ничего не мог сделать. Ну, блин, очень. Вот сейчас они очень нагло зашли. Почувствовали свою силу, когда, в принципе, могли избежать файта. Потому что реально у команды K1 было все, чтобы подраться и выиграть файт. Джиггернаут призвал свой ультимейт, уже ничего не мог сделать. Вайпер, по сути, только одним своим ультимейтом тоже еще сделать ничего не может. У Дизраптора, у Шейкера только 5 левел. Драться смысла не было, потому что там у Братрум уже был 6. И он, собственно, сейчас и отчасти порешил в этом файте, потому что очень быстро вырубили темпларочку. Кулдаун зашел отлично, Соник Вейв зашел отлично. И это печалька. Братрум тут старается гонять команду Катнаран, ну да, максимально светит, просто. Светит. Да, это точно. Пиджоу нафармил себе доминатор, будет подфармить теперь леса. У Зевса есть форстав и арканчики.
Ну и опять игра подутихла. Ну да, тут, мне кажется, поняли ребята как на раз, что нужно все-таки свой пыл немножко смирить, потому что, ну, так вот отдаваться точно нельзя. Это то, что как будто в предыдущей игре было, как зашли на тир... на... Так, там наверху забирает у нас дизраптора. Ой, да ладно, очень вовремя опять вернул брат Рума Токсит. Но здесь, скорее всего, Queen of Pain его заберет. Да ладно, не стал забирать. Токсит. Очень мало хп остается, но он даже здесь выживет. Блин, да, выживет. Даже динамить не придется его. Сбили ли меня, ребята? В общем, то, что было, когда они на хайграунд зашли, начали бить барак, который было невозможно бить, потому что работал бэкдор протекшн, и в итоге они там на фидоне. Лайтс сейчас умрет. Вот здесь уже по-любому, здесь, да, отдыхать нужно, и дизраптор тоже у нас правит таверну через ультимейт Зевса, который только что получил 11 левел. Прикольно. И тут еще сносит вышку сейчас. Катра сносит, Кейдин пытается разменять ее на миду и сверху. В итоге могут потерять этого. Так, что-то мне там опять прописывают ребята. Это мне, наверное. Это мне пишут? А, тебе пишут. Че пишут? Ну что, заставка. Потеряли здесь Т2, кстати. Команда Cut and Run. Ну вот это печалька на самом деле. Так вот разменивать тир 1 товара не стоит. Это не самый value размен получается. Дизраптор нужно 6. Можно будет драться тогда. Очень, да, очень плотненько. И у команды Катара появится намного больше шансов. Но тут Зев, кстати, собирает себе... Бог ты мой. Госкиптер собирает, вот как это называется, и Джиггернаут будет себя чувствовать против Зевса не так приятно, не сможет он его соло замочить. И Джиггернаут, кстати, тоже с левела очень маленького. Подупал у него резко фаром, скатился он резко на 6-ю строчку. Как-то очень резко на самом деле это получилось. А Queen of Pain собирает себе аганимчик. Вот это прекрасненько. Чаще можно устраивать тимфайты будет. Ладно, я купил себе мидас, на самом деле. Немного непонятно, стоило ли. Довольно поздний. Да, тем временем у нас команда Катнера пытается чуть-чуть сбрать вышку, но здесь уже подтягивается команда К1, да. Токсит, нужно пытаться убрать этого брат Рума. Отлично, сейчас куда он залетает. Неплохой ультимейт от дизраптора, но там ловится только один брат Рум. Ну и, собственно, команда Катнера нужно уходить потихонечку. А Гузок можно стрелять. Зиас вот так вот залетает. Queen of Pain тоже тут недалеко. Суникоев есть, отличная фиссура. Но тут тем временем на Шейкера тоже нападают, и Шейкер пожертвовал собой, ну, по сути, для того, чтобы спасти Теплар Ассасина, это правильно. Фу, ну что ж, что у нас там по графикам получается, вышла команда К1 немножечко в плюс, практически 2500, 2500 у нас по XP. Ну вот, немножко подфидонила команда Cut and Run. Вроде как и неплохо имеют кор-героя у команды Cut and Run, за исключением Джиггернаута, но все равно К1 смотрится пока более динамично. Сильнее, да, да, они как-то цепляют хорошо. Ну, нужно потихонечку команде К1 стараться... подспушивать Таура. Так, кстати, там еще могут поймать... Зевс в инвизе здесь ходят. Здесь могут поймать Токсида. Очень неплохо. Зевс залетает. Джиггернаут очень больно. Нужно отсюда ему сваливать срочно. Никуда он не уйдет. И Госкиптер, кстати, есть у Герокоптера. Агузок приходит. Агузок сейчас тоже, скорее всего, может отлететь. Хотя... умирает Зевс. И умирает еще. И через Хаслэм вот так вот убивают сейчас еще этого парня. Под названием Герокоптер. И тем временем Вайпер у нас сзади убил ТХД, и размен 3 в 2 получился. Сейчас это очень даже будет, кстати, для команды Cut and Run. Да, 1900 просто преимущество получил. Причем Агузок получает только 1050 и получает 720 у нас Шейкер. Это очень на руку, да, ребятам из Cut and Run.
Ланая очень сильно, конечно, получает, много получает Ланая. А да, то, что Ланая получает много, это реально проблема для команды Кейтин, потому что убить ее будет довольно сложно. То есть Герокоптер, в принципе, может убить, но если у нее будет БКБ, то убить ее будет очень тяжело. Да, делает Ланая, в общем-то, БКБ, скорее всего. Ну, я надеюсь, что это не Саша Яши, на самом деле, потому что Саша Яши сейчас не самый лучший артефакт на текущей стадии игры. Особенно то, что Герокоптер купил себе Госкиптер, это, мне кажется, не самый лучший выбор для этого друга. Он сейчас очень много потерял в голде и, по сути, ничего не получил. Герокоптер... А, да, кстати, ну... Да, согласен. Герокоптер, конечно, это не тот герой, который должен входить в Госсептер. Да, ну можно было, не знаю, нужно, чтобы какой-нибудь ТХД купил себе Глиммер Кейп. Да, и закидывать его, закидывал его, да, на Герокоптера, потому что иначе сейчас реально, по сути, сильно про фарму просил этот парень. Я не считаю, это вообще как артефакт на кэре бесполезный. Если, конечно, у тебя не будет в там будущем Этерал Блейда, но я не думаю, не знаю, Герокоптер это будет очень кстати. Да, и Гира с Этерал Блейдом это тоже такое. Берсерку надо потихонечку набирать обороты, реально у него очень дела. Кстати, сейчас не самым лучшим образом. И отличный вард. Стандартный, точнее, как бы на... Ох, на руне. И палец все движу к Джиггернауту, улетает все на базу. Герокоптер. 2000 есть, правда, у него голды еще сверху. Очень неплохо. Но надо ему какой-то БГБ вфорпить, мне кажется. Потому что... Хотя даже не знаю, что ему тут сейчас будет реально намного лучше. Может попробовать сразу в урон. В принципе, хп у него довольно много. А магического прокаста у Катнран не так уж прям дофига, чтобы сейчас быстро покупать БКБ себе. Команда, походу, Катнран теперь пытается разменять тир-1 вышку на тир-2. Ну, тут начинает ТП что-то на базу. Буду стараться подсейвить ее. О, господи, мне что-то прокликнуло не туда. Что-то мне залагала фиссура. И сейчас, наверное, спушит вышку. Да, здесь отдают, как, наверное, тир-2 вышку, тем временем там формят кордиру. Да. Ну, кстати, Джиггернаут может сейчас подстрелять. Ну, ты прорезай маму и уйди отсюда. На самом убивать. Деле, непонятно, почему Ланая ТП-шилась, что можно было идти. И в итоге, Джиггернаут... получается, Т2 потеряли, Т1 не выиграли. Да, то есть, по сути, размен в абсолютный минус сейчас команде Катнаран. Ну что ж, у Шейкера 1700, не хватает ему буквально 500 голды для того, чтобы купить Дагер. Так, команда, Катнран тут. Ой, К1 тоже недалеко. Драки не будет, все-таки разбегаются ребята по разным сторонам. Но сейчас очень агрессивно варды заставила команда К1. Будет она видеть всю движуху в лесу, в чужом. И это будет, может, как бы покараться смог выходом от команды К1 в лес Катнран. Где не сможет какие-нибудь там типа левых джиггернаутов принять, которые постоянно там ошиваются сейчас. Потому что другого выбора у него нет. Вот, собственно, уже и пошел разгон от Братрума, но отменил он только что. И по миду сейчас будет команда К1 заходить, будет еще одну тир-2 вышку забирать, но в принципе правильно. Так, Герокоптер. Герокоптер Диминейш. Ну, собственно, как говорил, в урон пойдет сразу парень. ХП у него, в принципе, есть. Надо побольше урона наносить. Смоках бегает Дизраптор один. Какой-то странный смок, видимо. Не самый удачный. И БКБ сейчас летит Ланая. А на Рошана заходит команда К1. Не знает об этом команда Катнаран. Ну да, и сейчас они его, наверное, или знают. Нет, пока фармит там Джиггернаут, я думаю, они не совсем понимают этого. Хотя вроде вытягиваются потихонечку. Должны знать, теперь точно должны знать, потому что убили сейчас их синий вард. Джиггернаут пока тут... Пока тут вся движуха происходит, Джиггернаут потихонечку фармит. Так, очень грамотно. Сейчас Фиссуру положил Шейкер. А Гузок заходит в симфайт, начинает потихонечку раздавать по всем. Неплохой кулдаун сейчас залетает. Отличный эхо-слэм еще от Шейкера. Просто все, сейчас слот залетает, Братрум выкупается. Но здесь команда К1 начинает потихонечку развалиться. Хотя размен пока 3 в 3. И Агузок идет до конца. Queen of Pain очень битая. Queen of Pain, если сейчас кто-нибудь подцепит, то она, скорее всего, умрет. А здесь Берсерк тоже очень мертвый. Берсерк умирает, а Ланая... Ланая джукают. Слушай, реально ее джукают просто тупо. И в итоге файт в плюс команде К1. 4 в 3. Размен. Пришел, конечно, Братруме выкупиться, но все равно в плюс оказался.
Вроде все очень неплохо было. Но здесь, кстати, вот Агузок. Мелс у него еще есть. О, как больно. Всех закидывает. Всех пытается закинуть, но его очень грамотно катит. Должен... Ой, сейчас Соник Вейв залетел. Откатился очень вовремя. И Викицик уже у Queen of Pain. Ну, Тагузок здесь загулял, конечно, очень нездорово. Катили его просто как могли. Команда Ки-1 очень грамотно все сделали. И в итоге забрали пятерых героев. По графикам там все в нули у нас опять каким-то образом ушло. Там, может быть, сейчас небольшое будет преимущество команды Ки-1. Да, потихонечку вот такие вот опять очередные у нас размены происходят. Вайпер. Вайпер собирает себе огонем. Ну, правильно, нужно почаще закидывать тем временем. Тут разгон идет на Токсида. Токсид очень вовремя сейчас в Братрум возвращает. И Братрум опять как-то улетает там на полкарты назад. Да, на мидл он улетел. Реакция лангуста у Дизраптора. Все-таки спушит, мне кажется, топ-1-1 вышечку команда Cut'n Run. Хотя нет, просто отправляет туда крипов. Но там осталось 20 хп, кстати, не заняла команда Ки-1 всю эту движуху. И опять выход на Рошана. Будет ли команда Cut'n Run снова драться? Мне кажется, сейчас Рошан уже точно должен умирать. Тут идут уже, господа. Но тут сейчас уже выходит Братрум. И Братрум опять сейчас вернется назад. И Братрум уже не в файте. То есть опять они начинают откатывать Рошана потихонечку. Рошана сейчас будет очень тяжело забрать, потому что уже вся команда Катаран тут. Зевс тут на позиции стоит, пытается убить Вард. Вард умирает. Но вот драться на Рошане сейчас тоже категорически нельзя команде Ки-1. Хотя они продолжают этим заниматься. Айспалта сейчас нету. Должна команда Катаран что-то предпринимать. Есть в принципе у них все, и они в смоке. Уже будут заходить. Агузок, БКБ. Заходят. Очень неплохой Соник Вейв сейчас залетает. Быстро просто сбивает сейчас Дизраптора и Джиггернаута. Тем временем кулдаун очень неплохой. Швиделинин тоже сейчас, скорее всего, умрет. Шейкер в итоге ничего не прокастовал. Умирает только у нас ТХД. И, ну... Команда Cut'n Run развалилась просто в пух и прах. А Гузок себя сейчас неправильно повел. Он пошел драться с ТХД, который там, ну, в общем-то, все нажал и готов был умирать. В это время Ки-1 разобрали с остальной командой. Ну там все очень круто зашло сейчас от них. Очень да, не спорю. Жесткий ауе соус, как говорится, мукропира в узкий проход залетела реально сейчас именно так, потому что сейчас очень хорошо зашел и кулдаун, и мукропира, и Sonic Wave, и команда... Ну просто Джиггернаут ничего не сделал в этом файте, он вообще бесполезный сейчас в игре. Просто кусок мяса, которого снесло за два коста. И в этом проблема команды Катаран сейчас должна быть. Ну, как бы они даже понимают, что Джиггернаут ни о чем. Вот сейчас он, походу, после смерти только получилось у него Саша Яша. Сейчас у него хотя бы какой-то пул здоровья есть, ну, потому что сейчас под бомбом Sonic Wave, Макропира и кулдаун, это, конечно, все здорово, но не так уж прям классно. Аганим тем временем у нас еще у Зевса появляется. И начинают обороты неплохие набирать команда Ки-1. Очень неплохие. Много артов уже. У Клопы скоро такими темпами будет уже Хекс. Да. У Барн скоро будет БКБ. У Герокоптера уже МКБ. И, ну, в общем, все опасно. Зевс у нас с Аганимом. Да, а Джиггернаут пока до сих пор еще ничего не имеет. На самом деле очень плохо. Токсит сейчас может, скорее всего, умереть. Умирает. Да, он умирает. Еще и выкидывает. Еще Загузок тоже, скорее всего, умрет. Ой, сейчас очень грамотно Джиггернаут зашел. Очень больно сейчас всем. Отличный хаслан по двоим. И здесь должен умирать Имперер. Имперер умирает. Здесь еще умирает Зевс. Ну, в принципе, сейчас неплохо разменялась команда Cut'n Run. Не, естественно. Сейчас очень классно она разменялась. Ой, в такой нереальный плюс. Кулдаун залетает от... господи, Герокоптера. Берсерк, скорее всего, умрет. Вард нужно разбивать, Вард разбивается, здесь еще минус Шейкер и... Я понимаю, что слоная и... Кстати, буду сейчас ее подморозят, прости все. Ой-ой, а ну, чё Гирот забил, почему? Ну сейчас еще грамотно заджукал Ланая, Айспад. Нет, Гирот что-то ушел куда-то. Сейчас Гир уже начинает всех убивать, Токс здесь залетает, просто тупо умирает. Заходит сюда еще Вайпер, Вайпер начинает потихонечку драться с... Ну там, ну, ск... а да ладно, догорел все-таки в итоге на базе. Ну тут как, вообще опять
Конвер Дота пошла. Кира сейчас может драться, на самом деле. Да, потому что летит сейчас на Шунелиниума ракета. Ну нет, Кира не пойдет. Он просто отгоняет его. Да, опять что у нас там происходит? Непонятно. Какое-то мясо. Но пока преимущество в К1 довольно такое уже неплохое. То есть, ну там... Хотя для 30-й минуты 4000 это такое себе преимущество. Ну да, один артефакт. Да там даже не один. Даже не... Даже, ну... Так. 75%. Да, 75% артефакта. Но гирокоптер сейчас очень мощный. И, конечно, когда он взлетает, он начинает убивать все. Ну да, дамаги у него, конечно, там будет здоров. А Гузок сейчас может подстрелять. У Берсерка нет сейчас омни-слэша. Видят они гирокоптер. Гирокоптер надо пытаться каким-то образом убить. А Гузка там надо бросать, потому что он по-любому здесь умрет. Нужно попытаться хотя бы гирокоптера здесь замочить. И это гирокоптера здесь... Егис. А, да у него еще Егис. Лол. И команда К1 продолжает драться. Отлично. Сейчас Кинетик Филд и Статик Шторм поставил. Дизраптор. Все равно можно идти сейчас драться 4 на 5. Ну, команда, конечно, может, Катаран не будет дефиться, но... Т2 сейчас нести точно К1. Т2, да, нужно отдавать по-любому. Команде Катаран. Гирокоптер, конечно, жесткий очень. Очень жесткий. 3000 есть у Братума, может, он себе купить БКБ, если он действительно будет БКБ. Отлично, Хрослым сейчас залетел четверым. Я там не знаю, сколько еще. Зевс начинает раскастовываться. Отлично, еще раскастовался сейчас Queen of Pain. Джиггернаут там где-то сдох очень быстренько под всем этим ауесоусом и... Ну, в итоге размен 3 в 2 пока что. И еще, по-моему, кто-то байбекался, не? Да, Гузок байбекался. А Гузок только что, да, байбекался, то есть не файтинг. Ну да, недавно. Ну, а Гузок будет дальше драться. Но мне кажется, Гузок сейчас пойдет, он получит огромного леща, что он сейчас, в принципе, и получает. Вот что? Ну да, вот это было бесполезно. Было просто бесполезно. Да че? Ну, вот Катнран славится какими-то своими фидами, такими прям жесткими. То есть ну они... да, иногда подфиживают. Иногда, конечно, реализуют очень круто, но иногда вот прям как-то подфиживают. Ну это прям, да, реально фид-парад какой-то, который не вправе никто остановить. А Квапа сейчас купит Хекс и дела пойдут в гору. Джиггернаута не ощущается в игре. Он один раз ощутился, когда здесь внизу была драка, он, в принципе, неплохо там зомби слэшил троих, но это все. Ну извини, когда у Джиггернаута нетворца 10 тысяч. Ну да, Джиггернаута нетворца 6 месте, это, конечно, гаще грязь. Это очень мало, и я не знаю, что сейчас хочет Катнаран делать с вот этим вот перефарменным тем же гирокоптером и King of Pain. Нужно реально пытаться выносить какие-то артефакты, не хватит лезть, драться. Ну тут уже и Ланет толком ничего сделать не может, потому что тут очень жесткие арты у гирокоптера опять же получаются. Хотя на самом деле у него только МКБ. Ну у него МКБ, но он разносит, конечно, 7 кабин, у него там урон по 250 почти. Тут Квапа еще скидывает очень, очень круто. Да, Sonic Wave там всегда залетает. Ну да, true damage'ом, прикинь. Это нормально, по 500. Урон. Давай рефрешер и го заканчивать игру. Мне кажется, тут Квапи опциональнее будет уже собираться в дамаг с ручки. И так там уже 156. Здесь себе, походу, решает бустон затарить, но я бы... Вот здесь бы я на его месте точно рефрешер бы закупал, потому что... Да, очень... потому что он очень жестко дамажит. Вот именно, то есть два ультимейта, это, конечно, очень круто, под агонимом там минус... Ну, будем говорить честными, там, если далеко, то 800 хп точно сносит всем. А всем 800 хп, это у Джиггернаута остается полстолба, а если он еще под бомбом вязал, то у него там останется хп 400, там слетает Sonic Wave, но он умирает, короче, как обычно. Ну да. Джиггернауту два артефакта, Мом и Саш Яшин, то есть ну сейчас будут заходить К1, и они, наверное, снесут одну сторону. Я не понятно, почему Катедра сюда не тянется, то есть потихонечку начинает сейчас оттпшиваться. Ланай ТП на КД, о господи. Ну да, пока она будет бежать, тут точно снесут уже. А фортификшена нету, да, здесь стиртети уже потихонечку падает, Берсерк начинает тут фармить крипов. Ну, вот К1 сейчас не смогли зайти, ну так потихонечку начинают там, да, подпушили неплохо стиртети вышку, очень неплохо ее размяли. Но вот сейчас она пока еще стоит. Ложатся. Заход со второго. Вот сейчас с крипами опять. Жакир опять скинется у Liquid Fire, которому он, кстати, промазал. Это обида. Да, ну еще раз. Опять промазал. Это неудачник года, что ли? Не да ты ли это? Это еще нормально. О, кстати, сейчас неплохо закрыли Зевса, но он сейчас форстанется просто к своей команде. Да он даже форсоваться, наверное, не будет. Надо еще раз Джакира зайти плевать. Давай, Джакира, третий Джакира. Раз.
Да ладно. Попал. А мне кажется, слушай, там какая-то фишка, нет? Не может быть? Нет, нет, нет. Там уху, кстати, очень плотно получает. Ой, еще Зевса возвращают. Зевс сейчас может очень неплохо встрять. Ну, есть еще вроде форса одна, нет? А, нет форсы. Нет форсы, и заяц ультимейт от Зевса. Но здесь уже команда Ки-1 будет тяжело драться, на самом деле, потому что, ну... Зевс битый, проездный ультимейт, и отходят они. Да, в итоге получилось команда Катарал. Ну, блин, добить эту вышку. Отдефить? Это, конечно, бред. А точно ничего не делали с Liquid Fire, типа, что, мол, нет, с лоу-граунда не может он попасть? Может, может он попасть с лоу-граунда. Ой, сколько голды-то получилось, и гирокоптер. Ну, покупает, ну, сатаник, да, естественно. Покупается сатаник. И сейчас будет сатаник уже у гирокоптера. Диффузо Блэйд от Джиггернаута. Что-то новенькое. Ну да, ну, хоть какие-то статы, наверное. Я думаю, руководствуется таким. Ну а почему башер? Мне кажется, потому что плотнее было бы башер опять же купить. Ну, башер мало статов дает на, ну, приоритетных, то бишь ловкости. Ну, здесь, конечно, не поспорю с тобой. Ну и обижать него будет чуть посложнее. Тоже верно. А, кстати, в принципе, можно еще попробовать снимать госсепторы. Тоже да, кстати, тема. Тоже прикольная тема, при условии то, что их два. Угу. И Джиггернаут, по сути, там полтима не может дамажить, пока эти ребята бегают в госсепторах. Джиггернаут пошел разгон опять. Джиггернаут понимает, что там движуха уже какая-то идет, тем временем. Еще могут огуску подцепить, Queen of Pain его видит. Братрум здесь. Братрум побежал теперь в обратную сторону, потому что ТП-шнулся Джиггернаут. Ну, вот так вот. Не получилось сейчас на него забежать. Пиджоу станик уже имеет. До Рошана остается минута, буквально даже чуть меньше. Ну, я думаю, после Рошана уже имеет смысл уйти. Ну... Наверное, да. Тут продолжают потихонечку все равно команда Катаран фармить. И я бы не сказал, что они прям очень сильно там... Ну, 7,5 тысячи, конечно. Здесь проблема в том, что саппорты ничего не имеют команды Катадран, при том, что Братрум имеет очень неплохо. 9 тысяч по сравнению с тем же Шейкером, которого 5 тысяч. Но Шейкеру не так много голды нужно. Ему нужно хорошо ворваться, ему нужно хорошо залететь. Если не в начале, то где-нибудь под конец драки, где будет тут реально мясо. Вот Рошана появляется сейчас. Рошана. Это она. Ну, сейчас его быстренько заберут. На него так смотришь, блин, он только плюх получает в лицо сейчас. А сейчас уже нет. Сейчас спину ему убьют. Спину убьют только Крисы. Команда Катана сейчас что-то намного меньше использует смоганки. Не то, что ну в да. игре. Пытался по КД юзать эти порошки. Покупать смоки, да, и пользоваться ими. Пески дядюшки Ашоты? Не, пески дядюшки Ашоты это да другая. Да я помню. Пески дядюшки Ашоты это эти... Даст. Дасты, да. Куда едет Братрум? На Джиггернаута. Братрум у него стандартный там. Оу, спалили еще ланаю, да. Да, можно ему потихонечку уходить отсюда, да, и Джиггернаут то же самое. Мне кажется, надо все, надо идти по мидлу. И игру можно заканчивать на самом деле. Гирокоп, ну, заканчивать не заканчивать, если хорошо контарно сейчас подерутся на ХГ, то Ки-1 придется еще ждать, чтобы зайти. Ну да, определенно. Но просто не знаю, вот это вот. Ну, сейчас отпушатся все лайны. Да, они хотят сейчас отпушить все лайны, чтобы потом неплохо зайти либо по миду, либо по топу, опять же. Потому что, да, АИС еще будет действовать довольно долго. Не так давно его получили. А Гузок тем временем продолжает фармить. Нужно его выфармить на байбек, потому что без байбека здесь будет драться крайне неприятно. Ну да. Тут как бы Ланая есть крит. Ну вообще Ланая может раздамажить теории, если дадут дамажить тех... если ей дадут бить, скажем так. Если бы дамажить тех, кого надо, а не тех, кто уже покастовался. Ну да, убивать... Джакира это такое. Тут надо убивать, конечно. Тут гирокоптера хрен убьешь. А нужно. Нужно вместе с Купи с Джаггернаутом, с Купи со всей остальной своей тимой, нужно стараться его убивать, потому что по-другому, ну, а что еще делать? Тут жирные господа, на самом деле, все. У всех довольно много армора и довольно много хп. Ну, тут заходит гирокоптер, начинает уже. Снес тир-3 вышечку. Есть фортификшн у команды Катаран. Будут ли они юзать на этот барак? Вряд ли. Ну, вот потихонечку начинает бить
Раскидочка. Да, раскидочка идет. О, неплохо сейчас постанули сейчас гирокоптеры. Гирокоптер взять кулдаун. Не попробуйте мы это Дивса. Очень больно сейчас всем. Неплохо заходит Джигран, в кого там зашел. Он в итоге зашел в одного братрума. Хреново зашел. Если честно, отличный Queen of Pain, Sonic Wave. Ну, Queen of Pain здесь отлетит. Гирокоптер сейчас тоже, скорее всего, летит. Начинает по статикам раздамаживать. Айспаф вообще по сути никуда. Гузок дерется. Отличный хаслэм. Сейчас от шейкера. Умирает сейчас еще и Зевс. И воскрешается единственный гирокоптер. Гирокоптер сразу получает плевок от Вайпера и. Драка продолжается. Драка сейчас в пользу команды Катаран. Нужно драться с гирокоптером. Гирокоптер уже ничего нету. И гирокоптер здесь тоже уходит. Непонятно, зачем они полезли дальше. Надо было добивать этот чертов барак. Ну вот милишный барак в итоге остался. Убили они рейнджевой. Потеряли они сейчас очень много голды. Примерно 4000. Правда, все-таки смогли они часть стороны сбрить. Там единственное, по-моему, вайбекался у нас шейкер. Ну, не успел, потому что он первый раз раскастоваться. И Джиггернаут сейчас получает очень много денег. В принципе, как и, наверное, Ланая. У Ланая летит Демонейдж, да. Джиггер заднял вышечку, но это все равно в плюс сейчас команде Катнаран. Получает они какую-то баблишко. И потихонечку, ну, графики чуть-чуть вниз поползли. Точнее, вверх, наоборот. В общем, игра довольно ровная все равно, даже несмотря на то, что вроде как один побольше преимущества сейчас, и они сейчас стараются доминировать карту. Да, но Джиггернаут разгоняется, у него 4400. Но Джиггернаут не очень хорошо и произвел свой ультимейт. Он произвел ультимейт на одного братрума. Конечно, они его убили быстро, но это все. Барк сочислили, Барду скоро купит. Но если Джиггернаут успеет произвести свой ульту, там уже, в принципе... Хотя, не знаю, Джиггернаут что ультимейтовые, что в этой игре, что в предыдущей не особо шли. Быстро довольно Квапу умудрились забрать команду Катнаран там наверху, у себя. То есть она залетела, вроде неплохо раскастовалась по троим, с Соник Вейвом, но сбрили ее очень плотненько. То есть там буквально за 3 секунды она отлетела. 4600 у Джиггернаута, 3000 есть у... Вайпера полторашечка есть у Ланая. Ну, здесь опять же байбеки нужно сейчас сейвить ребятам очень и очень сильно. БКБ себе в итоге покупает Пиджоу. И Алибарда появляется у Баратрума. И заходят они по нижней линии. Где команда Катнаран? Она где-то гуляет. Должны понимать, что уже вся команда Кейтин внизу. А, начинает АТП-шиваться Ланая. Сейчас сюда прибежит Вайпер. Побежит он, походу, пешком, потому что нет у него ТП. Кстати, у него есть Гиперстоун. Неплохо. Так, тут... Ну, здесь сейчас умрет Шейкер. Шейкер умирает, у него байбека нету. Умирает у нас также Дизраптор. И это уже очень проблемно. Сейчас будет 10 команды Катнран. Просто тупо дали на халяву. Ну да, как-то печально отдали двух саппортов вообще. Просто они вместе встали, их просто зауешили. Гернаут пошел, распышка неплохая, весь ульт Братрума опять залетел, тут Агузок начинает драться, нужно пытаться каким-то образом, так произойдет на него диффуза, и гирокоптер продолжает драться, очень-очень плотно сейчас Агузку, Агузок здесь скорее всего сейчас погибнет, Агузку нужно сейчас байбекаться, байбек есть? Лоль, не хватает чуть-чуть, Вайпер, ой, Вайпер ракета взлетает, вот здесь минус вторая сторона, да, от команды K1. Сейчас две стороны снесут, мне кажется, да. Да, так и есть. Ну, саппорты не отыграли Катан вообще сейчас никак. Ну да, бесполезно, просто умерли оба. Дизрак и тесто будет продолжаться. Ну, отлично, заходит Кензи Филд, там неплохо сейчас раздамажил. Тем временем Пиджоу заходит назад, в линию получает. О, отлично, Соник Вейв подвоим. Но тем временем пока все еще команда Катан живая. И нужно разворотить. Надо отходить. Шейкер. Шейкеру нужно пытаться каким-то образом залететь. Сейчас очень неплохо может залететь. Очень неплохо залетел. Здесь по-любому уже умирает гирокоптер. Но Queen of Pain КБ очень классно подсейвило. Бам здесь пытается так вот похолодить немножко время. Потратить команды Cut and Run. И да. Ну и полторы стороны Cut and Run уже потеряли. Да, там еще крипы так неплохо наваливают по верхней стороне. Ну, если Агузок пришел, сейчас он неплохо зафармит всю эту гапшу. А Зевс купил себе Октарин. Ну, вот это жесть. Тоже неплохо. Да, очень сильно. Убить его будет тяжело сейчас в тифайте тоже.
если он еще грамотно там даст раскаст, то реально стопы ему все сможет поднять. Фуловый. Ну да, сейчас уже, конечно, преимущество, понятное дело, пошло команде Т1 в копилочку. По XP, кстати, все ровненько у нас. Да, ну по XP ладно уже. XP уже тут не особо нас интересует. Я включу себе байбеки, посмотрю, что у нас там по ним. Есть байбек у Вайпера, у Джиггернаута. Кого? У Герокоптера, у Queen of Pain. Ну, то есть нормально. Если кто-то отдастся, то кор-герои, по сути, живые. У той другой команды. У Лана только нету байбека. Ну, это не только. Нет, ну я имею в виду из кор-героев, которые... Ну, Джаггер, кстати, купил себе Скади. Неплохо. У него три орба, по-моему, эффекта там уже висит. Дерзкий парень. Ну да, как-то. А как диффуза работают со Скади? А хрен его знает. Они еще работают вместе? Да вот честно, я не могу сейчас точно сказать. Ну, сейчас мы это узнаем. Ну, судя по всему, да. Там, тем более, разгон у нас пошел на Агуска. Агузок здесь. Ну, его, наверное, соло Братрум не убьет, потому что все команды К1 подтягиваются. Агузок сейчас получит огромного леща, нет у него байбека. И Агузок отправляется в таверну. Ну, это ГГ. Ну да, это вообще... Да ладно, вижны нету, лол. Начинает его потихонечку бить, Агузок. О, это подставляется Джаггер. И Джаггер неплохо разлетелся. Пытается вот там пытаться какой-то раздамажить. Здесь очень много крипов, берсерку очень-очень плотно бьют. Ракету в себя прими. А, боже! И ракета долетает, и Джиггернаут здесь умирает, но надо байбекаться, да, есть у него байбек. Есть еще Эхо Слэм, есть, по сути, Статик Филд. Ну, то есть, нужно, можно еще подраться команде Катнран. Здесь выкупится только Джиггернаут, потому что в итоге Агузок спасся. Ну да, на самом деле, на добром слове он спасся. И тут Зевс, сейчас может... Нет, Зевс еще есть. Фарсевич, отлично, ультимейт опять по двоим, Берсерк здесь может быть сейчас отлететь, если сид будет пипец, кстати, клинк ставится, отличный хостлэм, все, просто сейчас в стола такой залетает, Лайс дерется до конца, тем временем умирает Герокоптер, умирает Шейкер, но дальше идет драться команда Катнран, умирает тем временем Братрум, можно попробовать дальше принимать всех, Агузок идет до конца, очень неплохо, Queen of Pain пытается улететь, тем временем убирает у нас ТХД и, ну что, неужели не попробуют его забрать? Нет, Куинапел отправляется на базу и выкупил, кстати, опять Братрум, но это, видимо, на Ридже. Братрум, они такие. Ну да, уже чисто на... Думал, что может придется ехать. А ну вот сейчас Катнаран показали тоже. Огрызнулись так неплохо. Ну да, согласен. Очень довольно неплохо у них получился произвести тимфайт, несмотря на то, что у Берсерка не было ультимейта. И это в плюс, естественно, Катнран. Но там все равно графики пока далеко за 10 тысяч в пользу команды К1. Хотя еще драка, по-моему, не обновилась, как по мне. Ну, а, вот нет, МКБ покупает Ланая и... Не, она, конечно, уже плотный такой молодой человек. Молодой как человек? Ну, там не то, что молодой человек. Ну, там молодой человек играет на ней. Кстати, тоже не факт. Ну, ладно. Конечно, молодой человек там играет, по-любому. Ну, сейчас еще есть один Рошан, уже нельзя, конечно, Катанран отпускать, но им очень тяжело, потому что все лайны, лайн к ним двигается. Да, ну, вот показывает, надо смокировать, надо смокировать. Ну, смокировать и идти. Не смогут сейчас без Герокоптера забрать команды К1 Рошана. Он уже как раз бежит. Да, видит всю эту движуху, команда Катанран. Варды сейчас снимают команды К1. Катнран. Вот сейчас, если они подерутся очень хорошо, то это будет в огромный плюс. Ну да, это будет сторона, как минимум. Шейкер тут. Так, Шейкер неплохо залетел под Глиммер Кейпом. Через 15 секунд у него будет Эхослэм. Эхослэм у него до сих пор нету. Отлично. Ой, ой, Зевс умирает. Но тем временем, ой, Queen of Pain тоже отлетает. Братрум у нас умирает. И здесь Катнран. Катнран дерется до конца, и Герокоптер умирает. Нужно забрать Рошана и попробовать додефить базу, ну и пытаться как-то протащить. Все-таки... Верзости на байбеке? Это можно назвать переворотом. Ну, в принципе, да, все может быть. Надо на байбеке форсировать реально команду К1, потому что живой только там Джакира, и байбеки есть что у Queen of Pain, что у Герокоптера. Можно даже дальше драться, на самом деле.
Но тут на самом деле не так много уже, что осталось у команды Cut and Run. Нужно все-таки похолдить. Хотя у Шейкера есть Техослайм. Queen of Fain выкупается. Тут очень сильно байпэк. Лица ломает. Гирокоптер выкупается. Вот сейчас нужно отойти. Ну все, вот сейчас грамотно. Соглашусь. Тут, конечно, лица уже ланайка бой как ломает. Ну, там 400 маги уже. Кстати, у вайпера там Кираса, и этот Кираса очень огромный сейчас дает бурст в ДПС команде Cut and Run. Там ланайка просто с бешеной скоростью начинает наваливать. Но если по нетворсам посмотреть, то все уже как бы меняется. Да, нетворс там вернулись в нули у нас сейчас, графики почти. Ну да, по нетворсам-то уже видно, что лидируют основные кор-герои Cut and Run. Да. На самом деле, интересная игра получилась в итоге, что... На самом деле, вообще интересное представление было BO3, да. Джиггернаут может стрять сейчас. Если успеет крутилку завязать, крутилку не успеет завязать. Тем временем Нагуска пытается здесь напасть. Очень вовремя он провязал. И как же сейчас больно получит Братрум. Просто ничто не успел протестовать. Там летит что-то кулдаун. Ну тут Пижо по-любому сейчас умрет, потому что нечем ему уже сейвиться. Ультимейт от Джиггернаут. Убирает гирокоптер. Нет у него байбека. Нужно идти и нести все, что видишь. Ну, вот да. Реально, нужно идти по миду. По миду здесь самое такое будет хорошее. Ты понимаешь, что сюда уже Агузок. Еще сейчас стрянет, походу, у нас... нет, здесь что-то не стрелет. Ой, Queen of Pain здесь, Лайт нападает. Нужно Хаслэм какой-то юзать, ну, что-то провязал, в принципе, Лайт. И может даже... Нет, не выживет. Но здесь еще Имперр тоже, скорее всего, умрет. Имперр. Одна секунда, и это минус... Три гор-героя, по сути, получается, и нету байбека ни у гирокоптера, ни у Queen of Pain. Рестница гирокоптер первый 60 секунд. Ну там, короче, жесть какая-то сейчас творится. Ну, это ланая. Это ланая и джиггернаут, который в итоге расфармился. У него вторые диффуза, между прочим, появились. Да уже дал. Я что-то только сейчас заметил. На самом деле можно тут даже тупо не ломая бараки идти в трон. Можно. Сразу. Да даже не можно, мне кажется, нужно это делать. Естественно, пойдут сейчас ребята, да. Они решили действительно идти тупо в трон, ставится вард. Вард нужно отдалить. Ну, тут команда K1. Скорее всего, good game, well played, потому что 30 секунд остается до гирокоптера, бежит туда Братрум, пытается каким-то образом оттянуть это время, приезжает на него, приезжает БКБ, Братрум отсюда уже тоже никуда не уйдет, потому что здесь, скорее всего, он умрет. Надо трон вайпер бить. Дерется до конца, надо реально трон бить, отгонять их на базу и бить трон. Но здесь трон уже падает, и это да, good это game, well played. Постоянные какие-то качели, перевороты, это, конечно, интересно. Да, это было круто. Последняя все-таки игра у нас получилась самой крутой. На самом деле не так было много ошибок вот здесь, вот, ну, вот в этой игре, по сравнению с предыдущими. И действительно, игра переворотов, которую я просто, блин, обожаю. Это реально очень да, интересно, это, когда это команда приятно. Умеет, ну... Не в одни которую... ворота, не в да. Во-первых, игра не в одни ворота, это раз. ПО-3 вообще было, получилось шикарное. Ну, наверное, заключение первой игры, где K1 просто смяли своего противника изначально. И это в итоге Cut and Run умудряются две карты вытащить. И поздравляем их с победой и с выходом в полуфинал. Полуфинал сетки виннеров, где они встретятся с победителем, скорее всего... Так, сейчас я скажу, с кем они должны встретиться... Ну там вроде как победитель команды Team BelNation. А, Team BelNation и Играй Гармонь, по-моему. А, вру. Нет. Obvious Failure и Играй Гармонь. Вот, следующая у нас завтра будет игра. Будет ее комментировать другой стример. Соответственно, мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели такую прекрасную доту. BO3 получилось очень-очень задорное. Надеюсь, что вам понравилась эта игра команда. Мне лично понравилось. Да, очень понравилось, да, хорошая игра была. Просто супер. То, что нужно от настоящих BO3, это постоянно какая-то такая жесть, которую ты ждешь. Потому что не хочешь, чтобы игра заканчивалась 2-0. Ну да. Хочется а что-то качели, интересное. Тут, очень было все классно. Да, то есть получается, что третья игра у нас получилась очень ровная. И вот это самое интересное, когда последняя игра у нас остается прям ровненько-ровненько. Что ж, заканчиваем мы тогда сейчас свой стрим, и на сегодня наше комментирование. С вами был Мэтт Дог и Чизбургер Эдди. Спасибо, что нас смотрели. Подписывайтесь на паблик. Собственно, смотрите, продолжайте смотреть чемпионат
Дальше, ну, а мы на сегодня все. До скорых встреч. До свидания. Вольтмаркет. Любые компьютерные комплектующие. Видеокарты, жесткие диски, материнские платы и процессоры, а также ноутбуки, планшеты, игровые серии мышей и клавиатур от известных брендов и многое другое вы можете купить в интернет-магазине и в компьютерном супермаркете Вольтмаркет. Универмаг Маяк, нулевой этаж. Звонить 42 11 50. Смотреть на voltonline.ru. Distraction for new affair. She never finished.